Очень говорящая колода. Я с ней уже с несколькими клиентами работала. Это дары и ловушки. Ну, не в брови, а в глаз говорят о сценариях, о том, как мы строим отношения, что мы можем дать друг другу, что мы можем, чем можем поделиться, а что мы прорабатываем в отношениях, как мы обогащаем друг друга и исцеляем. Очень классные карты. Это метафорические карты Чака Спицана. У него есть, ну, мне знакомы 4 колоды, и они все очень глубокие, психологические. Это юнгианский анализ, там много всего есть. Но вот вчера я работала с девушкой, несколько клиентов, они новые у меня. С несколькими работала, себя прорабатываю, свои ситуации, очень говорящие карты. Более говорящих и живых я еще не видела. Это дары, кстати. Не все, конечно, но какие энергии люди проживают, когда они искренне отдаются партнерству на анахате. Тут туз чаш записался. Я, наверное, сниму потом все карты и ловушки, и дары. Или буду по несколько карт постить иногда. Может быть, с описанием. Ну, вот общность, успех, когда идет слияние партнерства, исправление своих сценариев и той пропасти, которая могла возникнуть из-за блокировок. Без страсти никуда, потому что это основной двигатель энергии. Умение делиться дарами, протягивать руку друг к другу. Быть партнерами, настоящими партнерами, а не номинальными. А свободными в этом. Ощущение окрыленности, отъединения. Настоящее партнерство – это всегда приятные сюрпризы друг для друга, открывание глубин. Без юмора никуда, конечно же. Это исцеление друг друга, слияние, искренняя забота, благословение. Куда же без прощения. Знание веры, что бы ни происходило, что ты любимый, тебя любит. Это умение закрывать глаза на промахи. Но это автоматически происходит, когда человек любит. И невозможно закрыть глаза на промахи, включается ум, когда человек закрывает свое сердце. Или когда нет резонанса.